Ух ты! Вот так находка! Дневники моего деда, адмирала Пенная Борода и старый ключ от сундука с сокровищами! Ну-ка, ну-ка! Ага! Это записи! Их делал дед, когда возвращался на родину после длительных странствий по семи морям. Мне бы на его корабль! Ого! Там у него в трюме был сундук, набитый бесценными сокровищами. Как бы мне убавить? Было бы супер. Щелкни по одному из четырех значков, чтобы выбрать тип поединка. Погоди. На этот раз ты должен распределить животных по группам. Откладывающие яйца – одна группа, живородящие – другая. Щелкни по изображению животного, а затем по группе, к которой оно, по-твоему, относится. Будь внимателен, а то не видать нам удачи. Блять, раки, они же яйца откладывают, наверное. Щелкни по красному крестику, да, чтобы вернуться в группу. А икра, это типа считается, ну да. Эй! Я не знаю. О. А это хуйня, медуза как размножается? Так медуза размножается, я не имею вообще ни малейшего понятия. Найс. А теперь определи животных, которые обитают около или на морском дне, и тех, кто плавает в открытых водах. Так. Блять. Кто это вообще? Что это за рыба? Вот эта хуйня внизу, наверное, страшная, пиздец. Вот это сверху. И вот это сверху, наверное. Так как? А сейчас реши, какие животные пригодны в пищу людям, а какие нет. Кит непригоден, наверное. Вот эта хуйня непригодна. Эй, блять, я... Медуза непригодна. Да в смысле? Кто ест медуз, блядь? Любая рыба пригодна. Акула пригодна, кстати, ее едят. Какая-то поебостик, какой-то камень, его нельзя есть. Да как камень есть? Как съесть камень, блядь? Эту хуйню едят. Водоросли едят всякие поехавшие. Да как, блядь, водоросли едят поехавшие? А теперь отгадай, трянцы. Какие животные питаются крохотными существами, например, креветками и планктоном, а какие более крупными? Ну, рак ест маленьких. Это хуйня маленькая ест. Да, блядь, кого ест тюлень, нахуй? Это здоровенное говно. Да почему? Я не знаю, кто кого ест. А как и вообще вот эта хуйня ест? Что это вообще? Что это за кал? Блять! Да почему? Определи, какие животные меньше человека, а какие могут быть размером с него или даже еще больше. Окей, краб меньше человека. Кит больше человека. Какая-то хуйня, типа мурена, наверное, такая же. Блять! Вот это поебань маленькая. Вот эта параша относительно средняя. Нет, она маленькая тоже. Да блядь! Акула большая, больше человека. Рандомная рыба меньше человека. Найс. Вот эта хуйня здоровенная, страшная. Она может быть такая же, мне кажется. Или нет, или она маленькая? Нет, она такая же. Блядь, сука. Вот эта вот хуйня маленькая. Подумай. У какого животного внутренний скелет состоит из костей, прямо как у нас? У какого из хрящей?
Наконец, у какого внутренний скелет вообще отсутствует? Окей, медузы нет скелета. Найс. У травы нет скелета. Вот у этого кости. Или чё, блять, у него? Что это за хуйня? Что это? Хрящи? Что такое хрящи вообще? Я думал, что хрящи — это хуйня, которая у тебя в курице попадается внезапно. Ты такой: ой, бля, хрящ. А при чем здесь вообще рыба, блядь? А, мягкие кости? Шуточные кости, я понял. Так, допустим, у здоровенного кита большие кости, не шуточные. Найс, ура, все. Вот этого как бы нет скелета, да, у него хитин. Ебать. Вот этого не шуточные кости. Блядь, у него шуточные. Вот этого не шуточные. Вот этого шуточные. Эй. Вот это вот. Определи, какое животное покрыто чешуей, у кого есть кожа, у кого панцирь или раковина, и, наконец, у кого из них есть мех. Чешуя, кожа, панцирь, мех. Да, блять, а что у него? Что у микропиздюка? Что у креветки? Найс! Кожа! Вот у него панцирь. Да, блядь. Смешной монстр, у него кожа. На нахуй. А у акулы что, кожа? Да. Вот этого чела кожа. Хорошо, вот этого чела тоже кожа. А что у него? У него мех, наверное. А вот этого... А сейчас тебе предстоит решить, кто из этих живых существ является моллюском, кто рыбой, кто ракообразным, кто млекопитающим и кто иглокожим. ГГ. Кто из них является собакой? Бля, пиздец сложно, нахуй, это ЕГЭ. Это экзамен в МГУ. Класс, парни, чаевые. Спасибо, блядь. По факсу с носом. Да нет, тут медузы. То, что ты называешь медузой, это кальмар. Ущерб, ты ебаный, 4 ядер. Че за хуйня кальмар? Кальмары по-другому выглядят. Кальмары вот так вот выглядят. А вот это медуза. Пиздец. Я не знаю, че он доебался от меня, я понятия не имею. Блять. А сейчас реши, какие животные пригодны в пищу людям, а какие нет. Я креветку. Какие пригодны людям? Ты же спрашивал, по-моему, чел. Вот это пригодно. Кит не пригоден. Камень вроде пригоден, ты говорил, да, Кузя? Заебись. А рыба пригодна. Еще одна рыба пригодна. Вот эта хуйня не пригодна. Эй, как, кто будет есть тюленя, блядь? Кто съест тюленя? Да что это за хуйня вообще? Это сарделька какая-то плавающая. А сейчас тебе предстоит решить, ты кто чего? Из этих живых существ является моллюском, кто рыбой, кто ракообразным, кто млекопитающим и кто иглокожим. Бля, ты заебал. Вперед! Для управления используй мышку. Начинай с самого мелкого животного в пищевой цепи. Съев всю полагающуюся ему пищу, переходи... Да, тяжела она, бескозырка морская. Что, блядь? Большие животные съедают маленьких. Но это только начало. Я понял, это как... Не дрейфь, дружище! Или как агар айо. Правда, мне 0 FPS, это пиздец. Ешь его, ешь вот это говно, ешь, блядь. Готов, дружище? Это ведь наш последний шанс. Раз, два, три. Вот ты вышел из игры. Давай, ешь, блядь. Пиздос. Готов, дружище? Это ведь наш последний шанс.
Все, последний шанс будет удачным, успешным. Тихо, вниз, 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 малыш. Блять. Раз, два, три. Вот и вышел из игры. Окей, ладно. Поиграем еще? Попробуем. Тогда щелкни по значку с игрой. Хочешь? Что? Да. Не получилось? Не везет в учении, повезет в бою. Приходи еще. Что, не получилось, блядь? Эй, на борту! Кузя! Я слышал, ты ищешь сокровища адмирала Пенной Бороды. Ну что, начнем потихонечку. Надеюсь, не будет тормозить. МГС-1. О, улитка! F3. На нахуй. Чё, блядь? Я тебя убил. Вот этому хую нужна еда? Блядь! Это оценили. Мы это оценили. И чё? Всё? Хорошо. Поиграем ещё? Тогда щёлкни по значку с игрой. Блядь, нет, стой. Поиграем ещё? Тогда щёлкни по значку... Я хочу к челу. Я ничего не набрал? Молодец, матрос! Ты по праву заслужил обещанную часть карты! Блять. Для управления используй мышку. Начинай с самого мелкого животного в пищевой цепи. Съев всю полагающуюся ему пищу... Да, тяжела она, бескозырка морская. Я же должен зеленое дерьмо есть, да? Вот, съел сейчас. Еще давай. Сейчас, потихонечку. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо, уходим, чилим. Бля, время еще идет, пиздец. Ай! Большие животные съедают маленьких. Но это только начало! Не дрейфь, дружище! Тихо вниз. Мне кажется, тебя белая маленькая должна съесть. А, я должен кормить сам, блядь. Кормить собой. Пиздец, а я ел воду. Поиграем еще! Блядь. Тогда щелкни по значку с игрой. Ну дай... Я понял. Да, тяжела она, бескозырка морская. Или не понял. А мне нужно вот этой микрорыбе скормить себя. Бля, игра так вот еще сильнее начала тормозить. Отлично. Большие животные съедают маленьких. Так я сделал. Но это только начало. Не дрейфь, дружище. Вот, съедай меня. А что неправильно-то? Готов, дружище? Сейчас кормил с собой. Это ведь наш последний шанс. Раз, два, три. Вот и вышел из игры. Ты должен зеленые залупы есть, которые... Я понял. Я вот как раз так и делал. Поиграем еще? Типа я... Тогда щелкни по значку с игрой. Подожди. Надоело? Стой. Хочешь вернуться? Стой. Что? Не получи... Кузя! Да блин, почему... Для управления используй мышку. Начинай с самого мелкого животного в пищевой цепи. Съев всю полагающуюся ему пищу, переходи к следующему животному в пищевой цепи. Твоя цель – добраться до последнего животного в цепи и проследить, чтобы оно все тут съело. Ну что, поплыли потихонечку? Сука! Да, тяжела она, бескозырка морская. 22. Да блять! Большие животные съедают маленьких. Да пиздец, но что это за только начало! Готов, дружище? Это ведь наш последний шанс. Тридцать.
блядь, съешь! А? Да ёбаный в пизду собаки рот! Раз, два, три! Вот и вышел из игры! Я понял, надо просто все съесть, что есть на карте. Поиграем еще? Да. Тогда щелкни. Начинай с самого мелкого животного в пищевой цепи. Козел, блядь. Еда, тяжела она, бескозырка морская. Пизда, выше подняться нельзя, оказывается. Большие животные съедают маленьких. Большие. Но это только начало. Города. Не дрейфь, дружище. Ага, сверху вижу. Козлинка, блядь. Готов, дружище? Это ведь наш последний шанс. Больше ничего нет даже. Да ебать тебя уже. Раз, два, три. Вот и вышел из игры. Ну да. Что? Не по... Так что-то еще есть. Щелкни по значку. Что? Не получилось. Щелкни по изображению животного. Гренландская акула – единственная из всех акул, которая обитает в холодных водах. Ее длина достигает 6,5 метров. Верхняя челюсть этой акулы усеяна длинными и острыми зубами, а нижняя... Прикольная информация для детей. Щелкни по одному из четырех. Кто быстрее всех плавает? Кто откладывает больше всего яиц? Кто тяжелее всех? Кто откладывает больше всего яиц? Так, ну допустим. Три миллиона 500 тысяч. Хочешь выйти из игры? Нет. Сложность есть, типа. Maybe я где-то не был тут. Да я везде был вроде. Щелкни по одному из четырех. Кто тяжелее всех? Кто тяжелее всех? Щелкни по из... Тигровая акула и три другие изображенные здесь акулы очень опасны для людей. Они часто нападают на купающихся в море людей, да, что приводит к серьезным травмам или даже гибели человека. Для управления используй мышку. Начинай с самого... Большие животные съедают маленьких. Но это только начало. Не дрейфь, дружище. Поиграем еще? Тогда щелкни по значку с игрой. Что? Не получи... Кузя. Что? Для управления используй мышку. Начинай с самого мелкого животного в пищевой цепи. Съев всю полагающуюся ему пищу, переходи к следующему животному пищевой цепи. Твоя цель – добраться до последнего животного в цепи и проследить, чтобы оно все тут съело. Ну что, поплыли потихонечку? Да ешь, блядь! Пиздос, блядь! Да, тяжела она, бескозырка морская! Да, тяжела! Да! Ешь, пожалуйста, зеленую хуйню ешь, блядь! Большие животные съедают маленьких. Готов, дружище? Это класс, ведь наш последний появился. Шанс. Пиздец. Раз, два, три! Вот и вышел из игры. Поиграем еще? Да, тяжела она, бескозырка морская. Поиграем еще? Тогда щелкни по значку с игрой. Кузи, подводная... Что? Не получилось? Кузи, подводная сафари. Прикольная игра. Игра детства. Хочешь выйти...
Пара-па-па, пройдено, да.